обожглись в рейсовой маршрутке. Во Львовской области в автобусе взорвалась система охлаждения. 5 человек оказались в больнице, в том числе 2 девочки 7 и 8 лет. Старшая в тяжелом состоянии в реанимации. Еще легко отделались. 7-летняя Юлия и ее мама не могут прийти в себя от шока. Поездка рейсовым автобусом Львов-Гусли едва не стала для них роковой. Пассажирка рассказывает, маршрутка была переполнена. На одном из участков дороги был крутой подъем. Водитель, видимо, понял, что двигатель перегрелся, остановил автобус и попытался долить воды в систему охлаждения, но не успел. Раздался взрыв, и салон наполнился паром. Возникла паника. Только я увидела, что... Якісь крики почула, і шум, і пара така почала виділятися, знаєте, в автобусі. Я побачила, і я згадала, що моя дитина спереді, в страху, в шоці такому. Одна жінка тягнула мою дитину за руки туди, на вихід, а дитину ззаді хтось, ну, люди ж пробиралися, і дитину толкнули, і в таке залізо, отаке от залізо, дитина вдарилася сюди в голову. Еще 3 пациентов с тяжелыми ожогами экстренно отправили во Львов. Серьезнее всего пострадала 8-летняя девочка. Она в реанимации. Маме 25, у дитини 27-28% опіків. Опіки в основном гостепенцы, которые будут потребовать довготривалого лікування, інфузійної терапии, антибиотики, терапии, місцевого лікування. Это такие на місяць часу. В компании перевозчика, которая, кстати, работает всего 2 месяца, утверждают, мол, маршрутки каждое утро проверяет механик. А водитель опытный, почти с 20-летним стажем. В АТП утверждают, все из-за слишком крутого подъема. Версию происшедшего от водителя мы так и не услышали. Он рано утром выписался из больницы. В полиции открыли уголовное производство. Данное провожение внесено в единый реестр досудового расследования за статью 287. Это выпуск эксплуатацию несправного транспортного засобу або порушение порядка эксплуатации транспортного засобу. Виноватым грозит до 5 лет лишения свободы. Пострадавшим пообещали денежную компенсацию. В стоимость билета входят услуги страховой компании. Диана Клочко, Ирина Саевич, Юрий Мельник. Подробности телеканал Интер. Львовская область.